Так, получаем бонус. Угу. Да, хорошо было. В большом городе, тостики потирают лапы в ожидании, но кто собирается заработать больше всего денег? Создайте функцию, которая принимает два аргумента: зарплата, бонус. Зарплата будет целым числом, а бонус логическим. Если бонус верен, зарплата должна быть умножена на 10. Если бонус сложен, толстяк... Что за толстяк? Толстяк не заработал достаточно денег и должен получать только свою заявленную зарплату. Возвращает общую цифру, которую получатель получит в виде строки с префиксом. С префиксом. Угу. Давайте посмотрим, что там в тестах приходит. В принципе. Несложно. Просто сделать конкатенацию получается. Сейчас посмотрим. Короче, если второй параметр true, то зарплату на 10, да, умножаем. Если false, то как есть, так и оставляем. То есть, может, тернариком нарисовать? Либо true, либо false. Если true, то зарплату умножаем и конкатенируем. Если false, то просто конкатенируем. Так? Да. Ну, как вариант. Давай пробовать. Получается, делаем конкатенацию. Целлари умножаем на 10. Умножаем на 10. А, и... Плюс там значок фунта или что-то приведет. Значок фунта. Да. Сейчас попробуем его скопировать. Ну да. Да-да-да, там можно скопировать. Угу. Вот так вот, да? Только его в скобочке сделайте, потому что это стринг. А в скобочке что еще делать? Сам значок? Сам значок получается, ну, как строка в битве. Вот так? Да-да-да. Либо просто вернуть, получается, значок плюс целый. Что-то такое. Ну да. В принципе, скобки там можно не ставить первым. Да, без скобок можно сделать. Угу. Давайте протестим. Быстро так. Ну, она простенькая.
Давайте еще что-нибудь. Алгоритмологи. Тут такая алгоритмизация, что... Ничего. Скоро задача на 8 Q закончится. Угу. Начнется полегче. Угу. Эван, это чёт? Угу. Ну это какое-то у них обозначение, я, честно говоря, не знаю, там, знаете, ends. Уже не знаете, что такое ends? В английском. Это что-то, ну, как в английском часто не пишут, бывает. Ends. Ага. Да не, я понял. Это просто по номеру числа четного. То есть здесь оно 0, это первое. Здесь оно третье. 190 это сотое число. То есть нам приходит номер, надо вернуть его значение. Че, на остаток отделения надо использовать, наверное, да? Как решать будем? В цикле надо в каком-то. Да-да-да. То есть нам приходит каунтер, не каунтер, а предел этого значения каунтера. Угу. Нам надо намотать в цикле это количество циклов, чтобы выдать и результат, да? Похоже на то. Давайте пробовать. Thank you.
А зачем этот цикл такой вы делаете? На какой? Давайте другой. То есть нам нужно вернуть твердое, получается, четное число. Твердое? Как? Четное. Твердое, четное число нам надо. Что значит твердое? А, это получается идет отсчет от ноля. То есть получается от ноля нам нужно получается найти четное число. То есть если идет получается, допустим, 100, то сотое число. Если... Сколько у нас там? Скажите. Да, если сотое число. То есть сотое число это нужно считать 0, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Так. Че за сотое? Не понимаю вообще, что вы такое делаете. Result плюс count плюс 2. Count умножить на 2. Что это вообще? Почему на 2 умножаете? Ну, потому что четное. То есть это получается, если, допустим, приходит 5, то это будет 2, 4, 6, 8, 10. То есть должно прийти, получается, 10, так? Ну, посмотрим эти тесты. Да, идем да, да, не да, то есть смотрите. 3, это, получается, должно прийти третье четное число. Вот, то есть это 0, 2, 4, да? То есть 0 тоже считается. 3. 0, 2, 4. Да, да. Если приходит... Если будет 4, то получится 0, 2, 4, 6. Если приходит 5, то это 0, 2, 4, 6, 8. Если приходит 6, это 0, 2, 4, 6, 8, 10. Нужно, может быть, выявить какую-то закономерность. Давайте посмотрим, может быть, допустим, посмотрите. То есть тут идет двойка как закономерность получается. То есть если мы, допустим, делаем вот терка, то у него получается 0, 2, 4, 6, 8. 0, 4, 6, 8. То есть это приходит 8. Если приходит 6, может быть, n умножить на 2 минус 2, потому что тут на минус на 2 меньше получается. N умножить на 2 минус 2. А? Сейчас. N умножить на 2 минус 2. Ну да, потому что смотрите, если, допустим, вот давайте вместе даже посчитаем. Допустим, если у нас приходит 3, то есть это получается 0, 2, 4. То есть получается
должна, если 3, то должна прийти, получается, четверка. Это как раз 3 умножить на 2, получается 6, 6 минус 2, как раз будет 4. Если приходит, получается, у нас пятерка, то есть это 0, 2, 4, 6, 8, то есть у пятерки должен выход быть на 8. То есть это 5 умножить на 2 будет 10, 10 минус 2, как раз 8. Так, я что-то тоже затупил. Давайте посмотрим. Посмотрим. Так получается? Да, и... Похоже. Давайте проверим, как бы. Ваш, получается, этот... Работает ваш 6, 6. Если 3, то 6. Ну, может, да, ваш... да, неправильно. То есть должно быть 4, а мы получаем 6. Попробуйте, может, сделайте новую вкладку, попробуйте вот n умножить на 2 минус 2. Ну давайте прям тут. Ну давайте тут, да. Вот так, что ли? Угу. Ну, похоже, да. Сейчас все попробуем. Ставь 100. Да. Все, точно. А че это такое вообще? N умножить на 2 минус 2. Ну просто там, вот, допустим, когда решаешь задачу, нужно определить, что какая-то там должна быть закономерность, либо что, и согласно нее сделать. То есть, uh-huh. Если смотри, если берешь, допустим, если у тебя придет, допустим, на вход двойка, то считаем, вот какое второе получается, четное число, это будет 0. 0, 2, так, двойка. Так. И чтобы его получить, нужно, получается, эту двойку, n, это у нас она приходит, умножить на 2, это получается 2 на 2, 4, и минус 2, как раз придет двойка. Дальше считаем тройка, это получается 0, 2, 4, должна прийти, получается, четверка. Как ее получить? Чтобы получить четверку, мы, получается, 3 умножаем на 3, получается 6, и вычитаем 2, приходит четверка. Берем пятерку. Пятое четное число это 0, 2, 4, 6, 8. Должна прийти восьмерка. То же самое, 5 умножаем на 5, получается, умножаем на 2, получается, будет 10, минус 2 равно 8. То есть вот там какая закономерность, что получается... Ну да, и получается, что 100 умноженное на 2, минус 2, это получается 98, да. То есть, да, там закономерность такая, что это нужно число умножить на 2 и вычесть 2. То есть это просто удвоенное число без двойки. Да. Значение. Так получается. Ну что, отлично, окей. Смотрите, видите там, с этой стильдой. Да? Решение. Как мощно. Далее. Ага. Так, ну чё, всё? Решили? Переходим к нашей призме. Всё, заканчиваем. Да.